оператор. А. Слышишь? Что? Ты снимаешь? Снимай, моя хорошая, ёшкин завод. Ты что, ё-моё, давай бегом, надо ехать, чтобы не раскупили здесь ничего. Это ты точно. Посмотри, а? Шикардос. Да шикардос такой, что... Ой, и очереди почти нет. О, канделябры твои, смотри. А? Выходим. Канделябры, кони, все, что что-то хочешь. Что-то интересное, тут понеслась, сережка. Еще и кувалда. А что ты мне дал, фильмоскоп? Ага. И не даешь возможности выйти и смотреть. Так, Гена на месте. Да ты корми ребенка, я сам погуляю. Как? А вот так вот. Оператор. А. Снимаешь? Снимаю, пытаюсь. Снимай, моя хорошая. Ёшкин ты кот. Ты что, свои тишина, покой, красота, а Одесса мама отдыхает. Снимай, как это, с любовью, потому что этой тишины осталось немного. Сейчас начнется гуй-гай, тарарам. А, ребята, мы на барахолке, молдаванка во всей красе. Мамочка, встречай своих детей. Едем посмотреть, что у тебя завалялось на чердаке, правильно? Вот скажи мне, вот ты сюда едешь, всегда с какой-то целью? Ну ты, да, я понял, все, не надо, даже не, ты меня спросил, не, сам ответил, не утруждай и, себя. Я знаю, просто я туда иду бесцельно, елки-палки, это как бабушки на чердак. Ты залезаешь, не знаешь, что тебе надо, ну по-любому там что-то интересное. Вот это про нашу барахолку. Единственное неповторимое во всем свете белом мире. Ох ты шо, ты видишь? Что? Ты вижу. Давай снимай быстрее, а то сейчас все раскупят, короче, и мы ничего не успеем. Это точно. Ага. Может, ты давай паркуйся уже быстрее? Катенька, а что ты, я не могу понять, ты это снимаешь лобовое стекло? А что надо? А хотя не высовывай, вдруг, если дернут, куда что с ребенком догонять платье будешь. Платье вон какое, смотри, висит. Отнимай, ты сейчас направо или налево поедешь? А надо. Как скажешь. Надо ехать по правилам, налево, потому что тут одностороннее. А-а-а. Слышишь? Я понял. Угу. Эх ты. Давай, еще же ни разу никто не делал... обзорчик на автомобиле. Обзор, да? На автомобиле. Поехали, короче. Друзья, всем привет. С вами Дескрип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, ловите песню. Эх. Какую, отгадай? Про Одессу, наверное. Ай, по-любому. Я Одессит. Я из Одессы. Здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. Вот вы спросите. Ты имеешь счастье? А я скажу, чтобы да, так нет. Но я не плачу, я никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. Ведь я шучу, я не могу иначе, да потому что я родом из Одессы. Эх ты, Катюня. Не, хорошо ехать, да, вот так вот? Ну, отлично. Да я пошутил, а ты взяла еще и подыграла неправильно. А поговорить, а послушать с людьми, елки ты палки. Ты что, вот мадам? Да. Говорит, Цацуева, по-любому. Ага. Ты что, наша любимая знакомая? Вот для чего зонтики нужны, понимаешь? Не для дождя, а одеть красивый на барахолку. Катенька, вырубай-ка ты эту порнографию, давай-ка сейчас пройдем все ногами, посмотрим, что есть, что почем, что осталось. Что-то, может, свое предложим. Канделябр мой поменяем. А, это тоже. Вот неспокойная. Елки ты палки. Просто неспокойно. Я и предложил. Давай в стену арматуру. Сделаем и все. И повесила себе люстру, и будет тебе праздник. Нет, Сереженька. Нет, канделябр ей нужен. Короче, друзья, оставайтесь на канале. Как это? Ну, с приездом в Одессу маму. Даже если вас здесь нет, сидите спокойно на попе и получайте удовольствие. А мы для вас погуляем. Эх ты. Эх, да. Миланюшка. Скажи всем доброе утро и приготовься, тебя ждут как это, удивительные люди, замечательные места и прекрасное времяпровождение. Ты посмотри на это дерево, ёшкин ты кот, прямо что не... Ой, так оно чуть древнее того каштана, за который я думал, что он самый старый в Одессе, ты понимаешь? Размеры какие. Катюнька, погнали отсюда на чем? А? Погнали, как скажешь, Сереженька. Ты что, тишина там, канделябр, все взяла, все нормально? Да, а ты колокольчик свой не взял? Не будем нарушать традиции. Так, поставь на паузу. Что, серьезно? Надо к ноге его привязать. Доброго ранку, мы из Украины. Иди за своим колокольчиком. Да, ведь я не плачу, я никогда не плачу. Ведь у меня другие интересы. Ведь я шучу, я не могу давай. Иначе. Да потому что я родом из Одессы. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да, да-да-да-да-да.
В одной хавире повезло блатному Ваньке. Удачно он проворотил скачок. Он снял пивную в самом центре Молдаванки. Туда сходился весь блатной народ. А Зухин вэй на Жмеринку поедет. О! Ну, звучит, да? Очень приятно. Теперь можем начинать. Миланя? Дать тебе? А, будешь? Смотри, смотри, смотри. Сын человека. Ай, ты что? Не знает откуда. Это твоя. Вырастешь, на свадьбу подарю. Поехали. Можно идти и звонить вот так вот? А? Можно. Как раньше ходили молоко, под баран. Молоко, молоко. Ну, молоко там, ножи точили, что угодно делали. Просто песни пели. Может, ты поздороваешься уже в конце концов? А, где? А я что, не здоровался? Нет. Друзья? Это... Если не ошибаюсь, я... Ого. Смотри, слушай, что это за музей такой, ты мне фонарь. Скажи? А? Фонарь какой, видишь? Фонарь сиреневый под левый глаз. Ты яхта белая, моя попутчица. Настя, любимая, я на мели. Там очень старинный двор. Катюша, если честно, угу. Цы, все подходят и удивительно смотрят. Если честно, я как будто бы в машине взорвался, но для хороших людей может зайти еще раз, правильно? Друзья, всем привет, с вами Искрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, мы на барахолочке. Чего я вам желаю? Не сидите дома на выходном. Угу. Мало вам надо. Идите погуляйте. Сделайте себе приятно в колокольчик. Может, что-то пригодится, вы себе там купите, а нет, так и не глаз на пустое место и выйдете, что-то свое продадите. А чего нет? Чего ему валяться, правильно? Потому что все вещи должны ходить тудой-сюдой. Вот ты знаешь, вот что? Какая маркиза вот с этой статуэткой гуляла еще в прошлом веке? Не знаешь. А там подклеенная голова. Да-да-да, я вижу. Ага. 10 гривен, да. 10 гривен. Понятно. Ну, опять такая, что она бы подклеенную голову и... Нет, я не люблю с подклеенной головой. Ну, чашечки туда возьми. Что, ручки не подклеены, крышечки в конце концов. Балованная какая-то она опять. Крышечки 10 гривен. Спасибо большое. Там все у вас по 10, да, бери, не хочу. Обалдеть. Что еще? А, ребята. Ну-ну. У нас сегодня... Событие. Событие. Марат не знает, но он скоро узнает. Мы таки поедем к Ане Кошечке, правильно? Ага. Дона Анна и Хуан Педро Виталио. Так что сказать? Я думаю, что люди уже и так догадались. Да, Света еще не знает Марата. Но Косенок уже готов. А Косенок уже готов ехать к Маратику. Марат, я тебя поздравляю, третий год у человека. Потому что что? Потому что не последний. Косеночек такой хорошенький, такой маленький. Слышишь, очень... то на него такой ажиотаж пошел, что люди все захотели, елки-палки. Косенка. Красиво? Очень. Что-то мне сегодня подсказывает, что мы и на рыбалку попадем. Да. Ты прям... Да, нет, эту рыбку мы уже давно поймали. Точнее, поймали вот эту вот рыбку. А с этой рыбкой была вот эта вот золотая рыбочка. Спасибо огромное. О, как его сигары курил? Лич, нос, ти, что тут? Итальянец, наверное, это тройное имя. Это просто личности слово написано. А, да? Ёлки-малки, а я думал, нос. Думаю, это отчество. Я уже совсем подумала, что ты... Лич, нос, ти. Да, Сережа, да. О, тебе не надо вот такую штуку? Я читать больше не буду. Вот такую штуку тебе что? Не надо? Что? Это такое? Не? Ну, я... Боюсь, у нас что, игры какие-то намечаются? Что это? Шо? Ну, когда типа, ты там... А, я доктор, и ты заболела?
Я иду тебя лечить. Сережа, ну когда ты чего хочешь это? Что-то опрыскать, например, или когда ты косишь траву. А это оно, а по чем ваше? Ага. 100 гривен. Так мне надо? Откуда я знаю? Все, давайте тогда заворачивай. Есть? Это же в нем можно опрыскивать огород, там что угодно делать. Краской нюхать, там ацетоном, все будет нормально. Катюня? Да. У тебя есть торт? Таблетки только есть. И 40 гривен. Ну вчера что? Осталось с Киевского. Торгуйся, а то ты даже не поторговался. А что торговаться? 140? А, нет. А, нет, 140 нет. Ладно, 90. Ни тебе, ни мне, и детям, дети на конфеты. Все, спасибо огромное. Видишь, 140 не хотел, а за 90 дал. Спасибо. Так, началось. Не знаю, что оно пригодилось. Мама дорогая, набор кофейный. Ты про кепки? Смотри. Два друга называется комплект. Одна рюмочка, две вилочки, понимаешь? Понимаешь, вижу, шуточки понимаешь. Хороший ты у меня человек. Сереж, я с тобой не первый день живу. Что? Ну хорошо, и даст Бог не последний, если возьмешь эту клизму, только мы еще с тобой. У меня есть такая. Мы еще долго проживем. Ты же что, не знаешь, я каждый вечер пользуюсь. Чтоб с тобой, как это, потом вковать в одну лечь. Смотри мне. Давай, проходи, мне не, жарко. Не сбивай мне этот. О, ты что? Обалдеть. Но ты именно король барахла. Здорово. Да ладно, завалил надо. Себя, одна шея торчит. Знаешь, красава. Ты в тенечек спрятался? Завистные просто. Знаешь, вот у них нету, а у меня что тут? Рублевка, здесь фонтан. Да, ребята, оставьте, придите, потрогайте, ничего вам за это не будет. Да, посмотри, конечно, какой шедевр. Видели. Марат, ты что тут без нас делаешь, елки ты палки? Красавчик. Слишком много слушал. Ага. А, вообще именно вот так вот, да? Резкий. Красавелла? А вот, смотри, кто-то борется, короче. Что-то он там этот нашел, короче. Это его фантазия. Это его фантазия, правильно. Фантазер. Что ты залез же с чертяка туда? Молодец. А это что? Братик, шо, куда мы попали? И там тоже надо. И там тоже фантазия, я понял. Ну его в баню как красиво, обалдеть. Сережа, ужас. Катя, какой. Я не знаю, что-то вот так вот сзади на тебя похоже, елки-палки. Согласен? Симпатично. Ага. Не знаю, но симпатично. А это что? А это, наверное, расклеилось вот так вот? Все. Понял, продастся. Фантазия. Как это? Это собака и охотник. Ну что? Это эротическая барахолочка сегодня. Нет, это тебе так кажется. Это не а тут, то, что, как да. сказать. Ну. Вот так и сказать. Да. Если нагрелся, пшик-пшик, тебя обрыскали и все нормально. Да. Волосы для игр есть. Натур-продукт. Вот это? Да. О, я вижу. Сереж, она не трогает. Это натура, это нормально. Катя, потрогай. Я не хочу. Ты что? Они еще вчера под мышками жили, а сегодня уже продаются. Ты что? Можно уже пойти? Брат Джан, давай. Хорошего спасибо, хорошего дня. А мне обязательно, мы же как ни кружись, все равно тебе попадешь. Хорошо. Тут как дунуло, и все равно на этот угол заходишь. Не, ну тут заасфальтировали, красиво теперь стало, да? Заасфальтировали, стало красиво. Я привык там, сейчас вас пока еще сказали, терпи полгода. А что полгода, пока примется асфальт? Какой-то начальник пальцем веером проехал. А. И из-за этого не понравилось. Ты ему не дал, наверное, вот ту фантазию потрогать? Да подари, все будет нормально, ёшкин ты кот. Все, я если начальника встречу передам. Понял, спасибо. Будь здоровчик. А что? А мадам там себе духи выбирала и говорит. А я вот вас видела. Ага. Смотри, ой. А я вас вижу в первый раз. Ну, шикарный же, правда? Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересып обожают. Не, выбирают дружненько осла. Что? Возьми ребенку. Сделай приятно. Что, осла она еще сегодня не грызла? Не, ну ей же так не дашь. Чего не дашь? Ну как? Протрешь, помоешь и дашь. Продам детский стол и стульчик. Слушай, а по-другому стало, скажи. Ну, ногами идти так точно приятнее. Вот и все, игрушка закончилась. Не, появилась какая-то непонятная уверенность. То все время шел вперед, смотрел, а сейчас толкаешь, короче, можешь рассматривать себя по сторонам. Ты в этом плане. Ну да.
У меня всегда с уверенностью нормально было, Серега. Заасфальтировали. Вперед ли, назад ли? Русланчик, слышишь, я там увидел противогазы. Ты шо там сейчас весь Израиль скидывается или сейки на противогаз? Хочу мне такой стул интересный. А то там этот. А, не, наверное, что-то равняет. Ох, какая ложечка, смотри. Какая? Что, красивее, чем нам Лора прислала? Красивая. А нам с Америки одну ложку прислали, тоже очень красивая. Ты мне дашь ей когда-нибудь хоть чай помешать? Ну да. Отжала, елки-палки, и все. Я пока еще ничего не распаковала, все стоит запакованное, Сережка. Понимаешь? Понимаю, Катюшка, еще не новоселье. К сожалению. К сожалению? А я? Угу. А я не плачу, я никогда не плачу. Ведь у меня другие интересы. Ведь я шучу, я не могу иначе. Да потому что я родом из Одессы. Слушай, ты не хочешь, чтобы я тебе зонтик купил? Мне? А чтобы тебе голову не напекло. Мне не напекло. Какая погода сегодня? Сшибательная. Растение отдыхает. Видишь, у него какая? Была приятная атмосфера. Катюнька, как бы мне еще встретить такую вот тельняшку старинскую? А? Какую? Да вот ту, как у деда моего была. Я же ее нашел одну на барахолочке. Единственное, тоже сколько гуляем здесь, третий год, до сих пор встретить такую не могу. Может, и встретишь, Сережа. Ух, зайцев, много зайцев, тут много зайцев. Зайцы, утки, клоуны, все, что хочешь. Чашечки такие две. Угу. Катюнька, если ты хочешь хотя бы полторы улицы пройти, идем чуть-чуть быстрее. Ну подожди, я же тут ты еще шо? И смотрю, смотри, сколько рубанков. Не могу, и надо. Ты же понимаешь, это кто-то... У вас тут кнут что-то... не продается? Я тебе говорю. Кнут. Батых такой. Это ты недобрый. Я говорю, посмотри, сколько рубанков. Лошадку по... вот что нам теперь надо. Не, мне не надо, просто и рубанки? Я обратила внимание. Да, посмотри, видишь, сколько рубанков? Это же неспроста тут столько рубанков. Как ты думаешь, это для чего? Для еды. Хорошо, я поняла, что мне надо вставать и идти. Я уже встала и иду. Со временем, по-моему, ой, какие грузинки. Рыжие девочки. Ох, какие красивые. Да, точно, у нас мальчик. А это именно две девочки? Да. А красивючие какие? И что, просто в хорошие руки? Да, вот коробочка. Ё-моё, а мы едем сегодня отдавать уже одного котенка в хорошие руки. Ну, это третий будет у него, Маратику. А у нас четыре уже есть, так что, ребята. Понятно. Вы в курсе, что идет акция по бесплатной стерилизации? Если у вас котята, значит, кошку надо стерилизовать. Нет, у нас все коты стерилизованы. Все четверо. Мы просто любим котов. Но не любим яйца. Жареные. Да я шучу. Все будет нормально. И котята найдут своего друга. Не, очень красивые, Катюня. Ну, на самом деле, ты рассмотрела? Да, да, хорошие. Глаза большие, такие. Уши большие. Девочки. Именно девочки. А это на удачу мы уже встретили. Рыжие к деньгам. И фотоаппарат в коробке? Или это просто коробка из фотоаппарата? Ёлки-палки. Степ, у тебя был в детстве танк такой? Шинка. Ага. Даже не ни разу? Никогда? Выдвигай. А, это вообще настолько новый? Я даже переживаю за это дело, слушай, быть у него первым. Какой это вообще год? Даже года нет. Обалдеть. Ты что? Замуровали? Что ты стоишь? Тебе что, неинтересно? А где мне стоять? Смотри, фотоаппарат, новый, который ни разу никогда не открывали. Обалдеть! Ты что? Я шилку продал, которую ни разу не открыли. Да? Пойдем,
Ты что? За 300 гривен. Катюня? Она точная? В этот глазок еще ни разу никто, я первый. Что мне? Улыбаться? Тис? Нормально? Хорошо меня видно? Да я не на тебя смотрел, просто первый раз в глазок. Чего надо было на меня? Новый? А почем этот канолевый фотоаппарат? Вообще, для людей? 500 гришек, я понял. Все, дальше ни слова. А мы если вдруг захотим, то будем торговаться. Вот это да! Охренеть, блядь, ё-моё. Если только сиденье такое. Ты сядешь, тебе будет неудобно крутить, а он садится. Понятно, сразу под него, да. Молодцы. Поэтому и стоит, наверное, что полумотоцикла, или как мотоцикл без этого. Нет, он собирает. Без мотора. У него вот здесь вот на 10 апреля машины стоят. А, я понял, за кого ты. Да, много красивых таких вот разных, конечно. Ты смотришь? Давайте. Да, все. А я вот сюда сам. Мадам, смотрите сам. В Америку пошлете. И меня. Все. Обязательно, и вас тоже. Есть. В порядок? Все, да. Мадам. Всего вам замечательного. Все. Сфотографируй меня на тех. Я сегодня именинница. Откройте меня, пожалуйста. Да ладно, елки-палки, с днем рождения. Ты что, Катюша? На, Катюня, сделай фотографию поздравительную. Кому с днем рождения надо отправлять? Мне. У вас сегодня? Да. Ничего себе, так с днем рождения вас. Так, не кричи. Да не сейчас я барах. Пешеходный переход. Катюня, спасибо. Давай, право-лево, куда-нибудь. Слышь, а тут на выходные вообще? Мы сегодня, кстати, впервые, наверное, за долгое время в субботу попали. Я хотел сказать, что на выходные здесь в любом месте пешеходная зона. А в субботу, да, это хорошо. А ты далеко? Я хочу вот туда подойти, там, где... Так я вот туда тебя и веду. Мужчина по субботам все раскладывает. Ага. Пошли. Да не путай меня, иди куда-нибудь, я за тобой, ты за мной, что эти, блин. Непонятно. Иди, не потеряешься в любом случае. Так, справа все по 10, слева все по 5. Сереж, а вон есть твой вариант. Теляшки? Покупки, да, 100%. Какой? Ну, вон лежит маленькая, это грязь тебе не купить, конечно. Так возьми Ульянки. Да не, какой Ульянки, туда на... В ресторан. Какая на веревочку. Девочка. Как вам хорошо к ней? Моя любимая. Вы прямо вот знаете, есть какой-то ансамбль, где это не вы там поете. Где? У папа была собака, он ее любит. Не-не, это не я. Я за другое, да. Но я не плачу, я никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. Ведь я шучу, я не могу иначе. Опача! Да потому что я родом из Одессы. Тай-да-да-да-да. Чудесные. Катюня. Что? Это для пакета, это для декора. Ну, чистая прелесть, ты что? Да. Красота. Шикардос. Хендмей. Да, все сама делаю. Сама лились немножко. Красота. Да мне нормально, не надо, там кто-то пил, ты мне расставь. Я пил. Нормально, я после меня плескаешь, ты со мной целуешься. Да нормально налил. Так давайте я выпью тогда, елки-палки. Что вы там раздаете? Здрасте. Что-то недорого или очень вкусно? Не, все, не будет. Не, а ты что, домашняя, пахнет, идем отсюда, то сейчас можно здесь загулять. Обалдеть, ты что? Слышишь? Иди. Катюня, иди сюда. Я с тобой не проверял еще этот момент. Что? Ты хоть после меня пьешь? Буду ли я с тобой пить из одного стакана? Да. Так вот я же с тобой целуюсь, Сережка. Ну так там тоже целуются, а с одного стакана не пьют, видишь? Наверное, не целуются. Как бывает? А? Да. Эх ты. Смотри. Куда? Наконец-то. Вот тебе полупустой автобус. Да, вот этот конечно, вот. Конечно. И вот все? Все заставлено, ты видишь? Не, ну то большая артиллерия. А мелочи? Иди сюда, может что-то тебе пригодится. Я там завелся с местным. Не я завелся там один урод со мной. Там был он. Вон, смотри, ты видишь, почти ничего нету. Здрасте. Что, вы мелочи уже выложили, да? Нет, мелочи вылаживали. Опять? Да что ж такое? Вы сказали, в субботу, я в субботу привел, елки-палки. Хотела пойти на море сегодня, я говорю, нет, сегодня суббота. Есть что-то помельче надо. А что надо?
Блоши, воши, что тебе надо, Катюня? Да ты уже скажи человеку. Ей надо кронштейн вот такой или канделябр вот такой. Ага. А вы все перепробовали? Все перепробовали? Может, где завалялся? Выходи. Ты нам надо стройку достроить. Пожалуйста. Катюня, посмотри, какие красивые все. Большие, маленькие, толстые. О, вот я вот в том халате. Ага. Ты подходишь и стучишься, можно? А я так поднимаю пенсне. Да, заходите. И начинаю тебя слушать. Угу. А что-то как-то ты низко опускаешься. Ты пятки меня слушать собрался? Ага. Я тот еще доктор. Я так и поняла. Слышишь? А ну-ка шо? Давай-ка я здесь по... Поталапаемся? Да. Ох, смотри, бокалы, ты тоже... Бокалы, стаканы здесь. Бокалы, стаканы здесь, да. Немецкие хандехохбиттешон, да. А вот это вот... Тоже немецкие. Немецкое, что-то, может, и испанское. Обалдеть. Мне даже индийское есть. Какое хочешь. Слушай. Что? Скажи мне, а турочки у вас есть? А он же сзади вас. А, о, ничего себе. Ты видишь, сколько? Разные. Да. Ты какую хочешь? А тебе для чего? Ну, просто, чтобы была. Может, я начинаю их коллекционировать. Да? Ну да. Две слайка уже подарил. А ну вот это подержи, какое красивое. Вот это? Тут женщина. А тут мужчина. Это Германия. Ага. Очень красивое. Духов вызывать. Знаешь? Чего ты так посмотрел, Катя, на меня? Не пугай меня. Давай просто что-то купим. Зольник вот мне надо. С голубой ручкой. Скажи мне, а что, а кофе в этих... А это латунь, медь, бронза, что это? Медь? А что, в меди вкуснее кофе, чем в глиняном? Медная царская. Королевна, это тебе. Нет, смотри, какая маленькая, елки-палки. Да, на одну чашечку, это для меня точно. Шедевр. Хлюп, и ты все, мне хлюп, сварил, и все. И вот на той досточке несешь прямо в турочке и с чашечкой. Туда, куда да, ты только варить обычно... я буду у нас там на строечке. Не вопрос. Славика печечки. Хорошо. И что такое стоит? 300. Мама дорогая. Что, дорого? Для тебя не очень. Да? Для тебя не очень, я пока не вывожу. А это вот, наверное, на чашечку накрывать так. Может быть. Не, а в Турции же там рахат лукум, какие-то кусочки. Да, 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 да. Чурчхелу так вот накрывают и выносят. Где взяла? Вот тут. Здесь? Нет, вот. Вот глиттер. Вот это? Ага. Ага. А чайничек какой, смотри, с голубой ручечкой. Вот мне нравится, понимаешь? Мне какой? Все нравится, то, что а, с вот голубой это? Ручечкой, да. Почему-то меня это получает. С элементами керамики. Угу. Ой, елки-палки. Хирогаска. Фитилек такой, там керосин, солярочка и все. Угу. А, это смотри. Ага. Какие чудики стоят. Тихо. О, ничего, так звучит, Сереж. Ну, интересно. А ну, еще разок. Подожди тут. Я нашел свою барахолку. Елки-палки. По-моему, ты рынды коллекционировать собрался. Наверное. А это такой дорогой? Вот это его цена? Германия. Очень приятный. 850, ешкин ты кот. Не, то мужа вызывать. Мужа, ну, конечно, что вот это вот жену еще не хватало, чтобы он меня вызывал. А есть такой колокольчик? А ну-ка, дай-ка мне. Есть колокольчик какой, чтобы она наоборот уходила? Дай-ка мне посмотреть колокольчик. Потому что моя всегда рядышком. На рыбалку не могу с пацанами поехать, елки-палки. Они меня с собой из-за тебя не берут. Заходи, Сережка. Ой, держи. Фу, у меня этот звук уже в Одессе держит, она меня будет этим звуком. Я еще спать хочу, а надо уже поздравлять.
О, Катюня, я не знаю, что это, но по-любому для сигарет. Марат, нифига себе придумал кто-то. Сигары курить аккуратненько. 2,5. Ты смотри, Катюша, потрогай. Там 400, елки-палки. Тяжеленная, Сережа? Да. Голову пробить можно? Бронза. Бронза. Все. Ты же бросил. Ну все, я уже докурился. Идем, что-то еще походим. Вон ребенок у тебя смеется. И что, тебе вкусно? Ты моя лапуля. А кастрюльки какие ты видел? А? Я видел. А вы не подскажете, чем лучше вот такое вот натирать? Или как, чем обрабатывать? Пастагое. Пастагое, да? А когда там окись медь дала немножечко, что, ты тоже пастой? Все, я понял. Нам же Серега подарил тазик для варенья. Надо его привести в порядок. А что это? Не знаю, но что-то, ну, что-то очень дорогое. Призоль. О, часы какие. Ты шо? Наши совместные. Вы ожидали, посмотрите на вниз, тут цена. Я смотрю цену, Призоль написано. А что это за ворота? Что это, ворота какие-то? Это на камин. А, на камин украшения, поняла? Угу. Наряды. Спасибо. Такое хорошее место. Очень. Богатое, что ваш поясница уже болит. Вот эта штучка мне нравится. Какая именно? Вот. А это для чего примерно? Не знаю, но вот мне нравится. Можно ноги мыть при входе, правильно? Тебе, зашел, да? В сапогах вот так вот два раза. Не, это, наверное, цветочки туда поставить. А. Вот. Кстати, вот, да. Красивая просто, понимаешь? Или же лаванду сухую. Аккуратненько, но если хотите, то прямо во весь рост можете попасть, конечно. Даже себе привет передайте. Катюня, да. Ты. Ага, идем. Идем, идем. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Что там сегодня? Жарко. А, ракушки из личной коллекции и мыло хозяйственное. Нет, ракушки, понятно, уже и крышки из личной коллекции. Вот это вас понесло, короче. Нормально. Катюня, а что, сейчас времена начинаются, да? Огурцы дешевле, помидоры, и понеслась. Что тебе, это что-то с бусиками надо? Нет, посмотри, спасибо. Чего ты? Давай, Сереж, ребенку. Ну я же не сорока. Да я не тебе, у нас же дети есть. Сорока. Так, пошли канделябр мой менять. Идем. Я видел. Когда у Марата день рождения? А почему Марату-то? У Марата. А, да. Прямо вот так вот деньги засунул и пошел. Да ты шо? А это вот так вот. Да. И ходишь. Тебе, и не, это уже... тебе не идет, Сереж. Все. Ни вот деньги, ни сумочка. А знаете, почему мне не идет? Потому что деньги у нее. Она знает, что мне надо, елки-палки. Правильно. О, так я еще итальянец. Понятно? Липованец итальянец. Да, на Беломоре. Эй, ты, кучерявый, пошли. За канделябром. Спасибо. Спасибо. Обязательно. Тебе точно ничего не надо, Катюня? Шлем, машинка, он пока швейная. Пока нет, Сереженька. Оделай и вышиваешь. А, да, вот ключик на 12 точно мне нужен. Я, ну, на 12 есть у всех, а вот на 15 надо поискать. Ты думаешь? Я не думаю, я знаю. А знаешь, почему я знаю? Нет. Потому что у меня был велосипед. А туда какой нужен ключик? На 12 или на 15? На 15. Такой редкий ключик. Ты бы не мог побыстрее прийти в тенек? Меня туда сегодня все белое приличает. Нифига себе! Смотри, дверь на печки. Печку. Ты шо? Ой, ой, ой. Ты шо, Катюня? Одесса. А? Да. Прям такая старинная, обалдеть можно. Вот мы когда себе печку. А почем даже эта дверь? Комплекте 1200. Вот это, да, это поддувало? Ты шо? Еще и замок в подарок. Ключи какие хочешь. 1200. Ну, это приятно такое открыть, уголька подбросил и играешься с тягой. Каркаде, 10 гривен стакан, бутылка. Спасибо. Здравствуйте, ребята, салют. Хорошего дня. Тихо, чтобы не наехать на антиквариат. Катюня. А, что, Сереж? Там концерт какой-то сегодня. Рок-н-ролл? А где это? Гена? Тяжелый рок. Только
Самый популярный. Здрасте. Вот я опять привел к вам. Алена, здравствуйте. О, вот он мой драгоценный лежит. А что это за волшебный порошок у вас? Пастагоя? Да. В виде порошка? Да. Обалдеть. Это очень удобно. Согласен. Не, у меня есть камушек вот такой. Я еще со времен деда, как зеницу око берегу. Лизнул два раза и хватит, короче. Все, и там две недели полируешь оператору. Она любит, когда я это делаю. А что это такое? Подстаканники. Что у тебя еще есть? Что я тебе натираю? Вазочку. Разносик. А-а-а. Классное место для фото. Медь. Хорошие турочки. Зеркало. Не, я смотрела. Это вообще какая-то непонятная. Вот это святую. Ага. Блин, тут их много. Все, кроме этого. Ой, какая хорошенькая. Что? А где королева молдаванки? Убежала? Сегодня была, да? Жарко отдыхает. Серёж. Блюдо такое красивое видел в Инстаграме, так оно фунь-фунь-фунь-фунь-фунь. Что, да? Что? А вот это вот горбуша, рыбка-рыбка это. Что она почем? 2,5. Ага. Тюня? О, тяжелая. Ты что, нормальная? Ничего не такая, себе, как ты. Липова, здрасте. 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 О, салют, братик, привет. Эх ты. Ты что, а эта рыба не надо тебе недорого, хорошая? Рыба, да? Недорого. Но только ты, рыба моей мечты, положил сюда. Ага. И понес. Карася. Да успокойся, помимо карася еще же есть разные рыбы. Фаршированные. Фаршированные есть даже, да. Картина маслом. Так, это вот сюда. А где? А, вот это? О, так это лучше даже, чем вот эта вот рыба. Ничего себе. Слушай, к вам, ну, к вам зашел и сразу ресторан можно открывать. Ну или свой закрывать. К вам с салом сюда. Что-то я в тот раз не увидел, или в тот раз не было. Взял бы с собой кусочек сала. Тем более, там нам передали. То ли болгары, то ли гагаузы, но очень вкусно, что-то передали. Возьми-ка, Катюша, пожалуйста, вот эти канделябры двойные. Посмотри-ка их. Пусть тебе помогают, потому что я тебе с канделябрами не помощник. А, вот это вот? Угу. И это такой же, как у нас, только получается этот двойной. Да, тот был с центра, а да, здесь, да, видите, а этот по бокам. Угу. Точно такой же. Потяжелее он будет. Ну, тут подкручивать надо и проводку все сменять. Ну, рувимчик поменяет проводку? Ну, там не сложно. А эти плафончики тоже нужно будет, да, как они, да, называются? Да, это наш еще советский. Катюня, это все делается, все патроны, реставрируется, да. Все делается, конечно же. Провода все продевается, это надо ювелирная работа будет какая-то. Почему? Ну, посмотри, здесь все продевается, вот так вот аккуратненько просовывается, чтобы это еще было не сильно безобразно. Сейчас, тем более, это разноцветная проводка, идет здесь аккуратненько. Угу. Просто мне в нашем кажется... новом доме, угу, тебе надо место под мастерскую. Зачем? Это же не я буду делать. Я тебе, ну, мне кажется, что тебе это скоро надо будет уже просто делать. Просто мне кажется, что один там смотрится куца, а вот два будет уже то, что нужно. А вот мы примерим, кто принесет. Не, мы тот уже принесли. Вы так не говорите, а то вы скоро будете жить вместе, чтобы она не бегала даром. Здравствуйте вам. Слава Богу, все нормально. А вон, хожу, елки-палки. С мадам, спасибо огромное. А что с ней попробуй состариться, елки-палки? Не дает. Не, не дает. А ты хочешь состариться? Мне нравится. А нам некогда. Мы же постоянно канделябры выбираем, елки-палки. Все, ты ж, сделай паузу, выбери уже, успокойся уже. Третью неделю голову людям яйца морочишь, пипец этим канделябром. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибочки. До свидания. Миланька. Че, подумал таки, Сережка? Слышишь, ты посмотри. Ты что, не веришь, что китайские настоящие? Нет. Знаешь, там есть эта легенда, легенда, где их откопали очень много, короче. Здрасте. Салют. Здравствуйте. Здорово. А мы... Что? У вас все общее или вы каждого свое, да? Первые войны 74-го года. А я ей только стою, рассказываю. Да, династия Мин или Цин. Что очень старинная, древняя. Это маячок в 74-м году. Вот, купил их и привез сюда. Да ты что? Да.
литром. И цена, а потом через 750 гривен, 150 гривен фигурка. Да ты шо, ребята, запоминайте, где надо брать. А если получится еще и заработать? Скажи мне, что по поводу того, что я подумал, я так и подумал. Ага. А еще остался? Подожди, это должен быть по-любому. А, вот этот. Который? А, вот этот с рыбой? Ага. Катюня? Шикардос? Жаль, что не с карасем. Ничего, я представляю, что это карась. А нос то такое? Это марлин. Марлин, да. Океанический карась. Катюшка? А. Да ты не акай, что ты там стала как вкопанная? Иди сюда, ты от этих китайцев отойти уже не можешь. А я тебе маленького или большого обещала? Я не помню, сколько у тебя денег, сейчас будем вспоминать. А? Тут разные есть. Этот красивый, вот тот вообще молочага. Вот это. Слушай, а тут что не держишь в руках, то просто какое-то произведение искусства. Сколько стоит? Обалдеть. Ты помнишь? Сейчас будем торговаться, я не помню сколько. Но я знаю. Скажите, а вы давно этим занимаетесь? Что, всю жизнь прямо? Ну, раньше я делал такие небольшие предметы мебели, просто резьбу такую декоративную. Ага. Это лет 10. 10 лет как вот. Что, кора попалась хорошая в руки и бац-бац-бац. Ну, это довели. У меня еще вот эта кора американская. Ага. Вот это у нас такие вот можно найти. Но из них вот такое получилось. Я понял. Ну, слушай, толщина. Это что, акация или что это? Нет? Это акация, ну вот ну, у них называется. Забыл, как у нас называется. Это то же самое дерево, просто у нас вот это самое большое шуба растает. И по толщине коры, короче, да? Ну, да. Ага. А это вот, видите, это американская. И это тоже. Супер-пупер. Маленький рубанчик сколько? Это 250. Ну что, нормально? Сколько стоит? Я уже вот забыла, дырочка. Сережка. Ты помнишь? Крайняя цена, чтобы не торговались долго. Ну так мы же, я сказал 1000, вы сказали 800. Так вы сказали 800, а я подумал 700. Ну 800? Да, 800. Не 700. Все, пошли дальше. Так, я шучу, давай да деньги. Нет, да я шучу, я, блин, я бы и за 1000 отдал, потому что это бесценно. Спасибо огромное. Заворачивать не буду, буду просто на руках нести. Слушай, может я начну коллекционировать? Сейчас еще достану. Ага. Ну, завернуть можно чего-нибудь. Скажите, а такой момент, а ну быстренько добавь мне еще деньги. А может, кому интересно на самом деле? А у вас есть какой-то контакт? Если люди там, допустим, с вами свяжутся и поторгуются, и вы еще кому-то что-то отправите. Не все имеют возможность в Одессу ехать на барахолку. У меня кроме телефона нету. А вы его помните наизусть? У меня есть, у меня человек покупает там, и есть на Итси, Итси есть такой сайт. А, Таня, можно быть. Таня, вы свой телефон пронесу. Телефон, я вас оставлю, может, кому надо будет так с вами свяжутся. 067? Или надо какой? Посмотреть. У меня есть телефон, но я его... Вы его не помните? Да. Доставайте, есть. Сейчас будем узнавать. Потому что шо, на самом деле, ребята, посмотрите, что это. Шо я вот такое имею? Ну, добрый, и видишь, опыты? Какой старичок. Да они все добрые духи вот эти, или кто они такие? Да Нет, это я имею в виду, что может там кто-то нас смотрит там с Киева или там с Харькова, с какого, с другого города и хочет себе такое. Так он вас наберет и вы на по почте отправите. Очень уникально. Да, очень, очень уникально. Набирайте меня, Женя. Пишу сейчас. Диктуй. Ага. Сейчас создать контакт. Сейчас я позвоню, потому что... Женя. Вот этого мне принес. Я сам говорил ему, что 250 много. Ну вот он его так купил. Сейчас барахолка. Как это, статуи? А я вот так вот сейчас делаю. Ребята, сейчас 2 секунды я сделаю... Так, сейчас я позвоню. Красиво и поделюсь контактом. Этими уникальными... Изделиями ручной работы. Записывай. Записываю. 068. А, это же я буду монтировать, я туда же и ставлю. Ребята, короче, сам себе повторяю. 068 717 20 17. Зовут Евгений. А что, может кому пригодится? Ну, красивые а как показывает вещи. Практика, очень многим пригождается. Все, спасибо огромное. Хорошего дня вам. Спасибо. Погнал я теперь. Ты что, Милане, дать поиграться себе? Я, к сожалению, далеко до вашего ресторана. Ничего, будет время, зайдем. А нет, короче, я сюда со сковородкой приду и как начну жарить. Да. О, слышишь? А ну подожди, рубанок. Можешь что-то с карасем исполнить? А? Та-т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 а
я не могу иначе, да потому что я родом из Одессы. Тай-да-да-дай-дай, тара-да-дай, тара-дай-дай-дай.
200 он бы сказал. Что сказал? Я уже ему говорил. Что я хотел сказать? Вдруг там муза в голову придет что-то с карасем исполнить, так я буду там на этот шедевр в очереди стоять. Я могу просто карася. Карася? Да. Договорились. Ну я... Времени нет, сроков нет. Вот будет лежать, просто никому его... А телефон, если что, забейте, он там, Серега Липован, напишите. Все. Ты что? Катюня, обалдеть, вот это да. С карасем. Осторожно, ребенка там не куда? Потеряй. Бросился. Кать, о, братик, смотри, а мы с тобой, ты видишь, неизменно, почти на этом же месте, да. Везде рядом. И все на месте. Смотри, что она мне подарила. Эксклюзив. Одно лицо. Теперь тебе будет следующая картина. Ёлки-ты-палки, картина. Так это картина с рыбой. С рыбой. Тут карась, тут карась, а здесь мерлин. Да, да, да. Делаешь тушеный, вареный. Все, так что забегай. Будь здоровчик. Катюша, давай отсюда на газонокосилке я тебя увезу. Давайте, а что нет? После такого хочется носить в руках, ну ладно. Поношу в пакете. Кто его еще поломает? Не, я так не могу. Я же не переживу, спасибо. Есть, это караси же... есть, да. Что уже, очередь за карасями, братик, давай. Тебе по-любому будет карась. Нет, нет, уже ж на привозе есть караси. Что, да, у бабы Кати было 60 килограмм, 30 я забрал, так что все нормально, да. А не хватит карася, бычками повернемся, все будет нормально. Счастливо, Миланька. У папы появился шедевр. Шо-шо? Мне еще вот такие бронзовые болтики нужны, шурупчики. А мне интересно, почем чемодан вот тот? Сколько я хочу предложить? Так дал бы гривен 400, но у меня их нет просто, вот поэтому и спрашиваю. Сколько надо мне одалживать? Сколько он стоит? Ну, давайте, посоветуйся со своим товарищем. Давай с товарищем посоветуйся. Товарищ... Сколько чемоданов? Кого? За чемодан? За сколько вы хотите его купить? О, видишь, это начинается. Я же говорю, у меня денег нет, но я просто хочу, поэтому мне надо знать, о чем мечтать. Да, здрасте. Примерно назовите цену моей мечте, да. К чему стремиться? Сколько? У меня их куча новых, давайте я вам в следующие выходные купим. Нет, это не для себя, а для людей. 200 гривен? Ты что? Ну у меня такие 4, что будем меняться с тобой? Шикарные чемоданы. Согласен. Что, хороший чемодан? 200? У нас большого, кстати, нету чемодана. Небольшую рекламу аккаунта в ТикТоке. В ТикТоке? Родненький, у меня, я тебе так сделаю, как тебя в ТикТоке называют? У меня в ТикТоке просто нет. А ну покажи. Там мы сейчас так сделаем, что ты сейчас твой товарищ пойдет за чемоданами бесплатно. Ребята, сделайте ребенку приятно. Одесса Антиквар, Лео. А ну-ка. Катюня, сделай эту фотографию, что ли, я не знаю. Видно? Да. Ты что, что это, лайки, подписчики? 189 подписчиков. Эй, красавчик. Лео, Одесса Антиквар. Забирай чемодан. Давай чемодан. А ты мне гривны, гривны давай 200. Миланя думает, ты шо, ребята, вот вы угорели, елки-палки. О, так там еще что-то есть в чемодане. Нет, то мне не надо. Все, с чемоданом я еще не ходил. Так может вам дать пакет, а я свой шедевр положу без пакета в ваш чемодан и пойду как нормальный парень. Но я не плачу, я никогда не плачу, вы видите меня, другие. А может, надо было новый брать, Сереж? И сверло-то мне оставьте, пригодится, у меня стройка. Договорились. Все. Хорошо. Так, а ты говоришь, принесешь новый в следующий раз, и мы его поменяем на это, да? На карасей. На карасей, все, я понял. Можно сразу с чемоданами заехать. Ага. Ё-мо, Катюня, валим, короче. Валим. Марат, мы едем к тебе, это вот тебе... Переноска для котенка. Спасибо огромное. Какой пакетик? Сюда для чемодана не надо. Я так занял. О, вот это вы молодцы, елки-палки. Красивые взяли. Только Марату не показывайте. В Италию поеду. А вот эти маленькие тоже? Донна Беламорре. А маленькие под турецкие. Тоже в Италию поедут. Вот это да. Девочки, приятной вам поездки. Хорошего вечера. Счастливо. Или дня. Там мы с таким чемоданом. А мы что, куда-то собираемся? Спасибо тебе, родненький, мы уже куда-то собираемся. Точно, точно, до свидания. А может мы целый чемодан сегодня купим всего, Сережка? Ты успокойся, я вообще, мы начали видео с того, что я сюда вообще бесцельно езжу, просто порадоваться. Походу у тебя канделябр двойной появился. Ага. А у меня чемодан хороший. Тоже неплохо, Сереж.
Катюня? Ох, ничего себе. Да ты ничего себе, елки-палки. Тут еще и приданное. Смотри. Мы уже миллион подписчиков собрали. Шпингалеты. Да нам чемодан миллион не надо. Собрал. Нам хватит того, что есть. Да? Вот купили чемодан, а там получается что-то еще и в подарок досталось. А я не знаю, что это. Но что-то очень хорошее, по-любому. Я вам, знаете, что скажу? Бильярдный? Бильярдный шар. Но его... А, продырявили? Нет, разокрасили, ну да. А еще и продырявили? Да. Ну, зато не испортится, постоянно проветривается. Да, да, да. Ох ты что. Так, что я хотел? Просто, чтобы не побилось. А чего натаирова на вашем... Ой, там на одном кафе возле 65-й школы ваше фото. Так это же наше кафе. Это вы купили у этого... Боря. Да? Нет. Чтобы он был нам здоровым. Юра. Боря? Ну, Боря, Юра. Боря, он же Юра, да. Юра. Да, да. Юра, он и охотник. И рыбак, и охотник, нормальный человек, да. Купили, да? Да, да, да. Давно это было, но место хорошее. Так. Давно-давно свадьбу не отмечали у него. Ну, еще он был. Так, можете и золотую отметить у нас, все. Нет, как это? Детей. Так я детей золотую. Я просто не знаю, сколько надо до золотой, но мы всегда рады любому мероприятию. Бусинка, папе сверло досталось, и елки-палки, ты что? Конечно же. Перегрузили вот эти... Трусиками? Да. А где нам их хранить? У нас квартира маленькая. Поэтому мы не стесняемся, мы их там просто проветриваем. Все будет нормально, да уберу эти трусы, не расстраивайся. А сколько же тебе? Сколько тебе? Полгодика? Не, 9 месяцев. Да, ты уже барышня. Ну что, справился с чемоданом, Сереж? А я не сильно умею ими пользоваться. О, вот так вот. Все, теперь у меня. Слышишь? Все, до свиданечка. Обязательно забегайте. А мы для вас снимем пару трусов. Чтобы вы нам чемодан уберем. Чтобы вы нас не стесняли. А, почему они у нас висели? Потому что нам их хранить негде было. А теперь у нас есть чемодан. Тебе идет. Но я не плачу. Я никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. Ведь я шучу, я не могу иначе, да потому что я родом из Одессы. Так вот посмотрю на тебя и грешным делом подумаю, что ты переезжать собрался, Сережка. Катюня, смотри, какие. Да, я видела, очень симпатичные. Торшеры благородные, елки-палки. Вот то прямо очень красиво. Тебе какой, самый высокий понравился? Нет, мне два белых. Ага, согласна. И сразу YouTube, все выставляем в YouTube. Так, вот, блин. Спасибо огромное. Все в ютубчик. Та-ра-та-та-та. Да-д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 а. Ремонт часов. Ох, какая неваляшка. Что? Неваляшка. Старинская? Ну, хорошенькая. Работать здесь. Проход держать свободным. Слышишь, блин, кольчуга, ёшкин ты кот, ты понимаешь? Mm. Достойная. О, что? Катюня! Так тихо ты, не веди себя как дикая. У тебя был такой кошелек? Не было. А у меня был. Ну. Ай-яй-яй. Так что получается? А вот тебе мясорубка. Какая же это мясорубка? Вот так вот, там шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Наверное, делать икру люля, из синих. Люля-кебаб. Обалдеть. Маленькая. Уезжаете? Ну почти, еще не знаю куда, но уже собираюсь. Режиссер Якин, да? Да-да-да, Валя. Алло, Галочка? Ты не поверишь, да? Вот это чемодан. Покандопала ты? Чемодан. Это же не просто чемодан, это еще и может быть хороший саквояж. О, Буратино. О, да. Мям. О, ты чувствуешь? Что? Шри-Ланкой запахло. Mm. Какие-то... Благовония. Да. Здравствуйте, день добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже чемоданчик. А мы уже с чемоданчиком, да. А у вас бочки алюминиевые, что угодно. Бидончики. А деревянные, смотри, какие бочки. Ты шикарные. Шо? Можно солить огурчик. Можно. А мы как раз Катюня, ну я его не понесу, но его в баню, елки-палки. Я
Дай с чемоданом пройтись как человек. Ты шо, это шо, печенье вот таких размеров формочка? Обалдеть. Это праздничный торт. А, пирог, а то я думал, ничего себе печенька. Это когда ребеночек рождается, Сережа, вот такой вот праздничный торт дарят. Так, не забыть, что у меня там шедевр в этом чемодане. А то сейчас подарю и без статуэтки останусь. Ну, ты прям хочешь подарить? Я пока что, по-моему, не готова дарить. Чемоданчик прикупили. Шикарный вид, елки-палки. Ну как новенький? У меня он новенький. Ну, для вас. Да. А с этим чемоданом еще доктор Айболит начинал свою деятельность. У нас друзья бар открывали, так мы бабушкин чердак почистили с такими чемоданами. И елки-палки. Да я, походу, на вашу бабушку немножечко смахиваю. У меня уже таких тоже 4, так что следующая ревизия на моем чердаке будет. Андрюха, это я тебе рассказывал, как он карасика жарит. Да? Заходите, лично расскажу. Дам попробовать. Карасики. Миланька. Будум-будум-будум. Принцесса хочет спатеньки, да. Ох, там подъехало сколько всего шо? Нового. Обалдеть, по-моему, Катюня! Мне там все надо, Сережа. Ты вот чемоданчиком ограничился, а я вот пойду себе. Скажи мне. Шкафчик куплю. Тебя не заглючит сейчас вот на том месте? А? Меня уже, по-моему, заглючило. Аккуратненько. Поэтому иди укладывай Миланию. Миланька. Не... Ох, смотри, мне... куда я тебя везу, Миланя. Мне точно нужны такие шкафчики. Здравствуйте. Здрасте. И что? Что делать? Что вы с ней делаете, скажите? Она постоянно... Ох ты шо, Катюня. Иди удочери еще одну. Боже, какая красота. Обалдеть. И не попалась она мне раньше. Шо, почем такая рында? А? Да ладно. Ты серьезно? Я ушла. А, я понял. Это же я уже хотел взять. Слышишь? Ты Катюня с Титаника. Every night I'm feed you. Да. Прямо сказочная. Слышишь, а у самого ноги туда так и идут, да? Ага. Ага. Нет, ты корми, все нормально, я пока выбираю что-то. Катенька, это что-то очень старое. Значит, мне очень нужно. Или давно не мыли, или очень старое. Ты ба? Ну посмотри, какой он красивый. Пошел за водой и не вернулся, потому что не смог принести ее. Такая тяжелая. Я с твоим барахлом, даже с уважаемым гончаром, забыл поздороваться. Славик, извини, попут. Меня металлолом попутал, родненький. Я услышал, ребенок заплакал, я сразу подумал, ага. Эй, гамарджоба, брат, геноцвали. А я тебя умоляю. Здоровенький был. Что, где кофе? Скажи людям добрым, передаю тебе большой пламенный привет, короче. Добрые люди. Мы Сереге передали, на Германии сегодня послал посылку. Та ты что? Печка уехала, чашку в подарок дал, как обещал людям. Данкишон, битышон, не благодарите. Повторяюсь, стурочка. Ну, говорю, картошку сделайте. Кайфанете по-любому. Скидите там, а уже скидывали. Тажин был последний, его забрали. Ага, ага. А я же вижу, у тебя уже... Ребята, тажинов нет уже, успокойтесь. Вчера хотел показать, думаю, хоть бы Серега не готовил в тажине ничего, потому что сейчас опять засыпят. Ага. Милания, ты видела, какой новый товар заехал? Твоя мама два раза уже в обморок падала. Вот ты за ней не повторяй. Сереж, мне вот эта штука нужна. Катюнька, а давай по-другому поступим. А ну-ка покажи, что тебе здесь не надо. Не, ну... Давай лучше вот так вот. Ну, вот это мне надо. Что, а маленькая вот эта лампочка керосиновая? Ты посмотри на эту прелесть. Что, точно не надо? Это очень, очень красиво. Градусник бесподобный. Часы непонятно зачем, но очень надо. По-любому. Ага. А вот, сковородочка мне. А, это не сковородочка. Что это? Ты знаешь, что это? Нет. Это грелка. Грелка? Один мужик сказал, что это, я тоже говорю, очень похоже на грелку. Он говорит, это чтобы яйцо. Нет, это грелка. Это грелка. Ну так надо, не, надо было, чтобы он показал, как это жарить. Было бы интересно. Не, рядышком у сковородочки стоит. Катюня, ты посмотри, какие маленькие интересные. Так, а мне, наверное, нужно комплект. Вот это тоже.
А что, а набор вот этих вот непонятных тазиков, смотри. Ну, это скорее тебе надо. Ну, мне по-любому надо. Очень красивые. Смотри, а вот это тебе нравится, вот так вот, в ванной. И туда мы сделаем стеклышко, и будет полочка. Наверное, надо, бери. Молчит. Я вот хочу вот это вот. Почем она сегодня? От Титаника. Он же тяжеленный, там много металла. Вот это... О, хороший звук. Да. Хороший звук. Так, зайди, она мне надо дерево было. С Миланей. Давай. Смотри. Это что такое? Стол. Это оникс? Класс. У нас есть еще такие вешалки. Вы же заходили. Да-да-да. Ну, сегодня у вас просто, я даже не знаю, даже вот это вот шедевр какой-то. Ага. Сколько, интересно, могут весить эти часы? Ёлки-палки. Неподъемные. Да ты что, Катюня? Черный французский камень. Обалдеть. Это хорошо, я в тенечек, а ты здесь снимаешь что-то интересное. Вот бы послушать, как эти часы бьют. А? Катюнька. Бом-бом-бом-бом. Не, их же выставлять надо, и они еще должны там ходить и тикать. Почему-нибудь ударить и слышать, как немножко. А почему-нибудь ударить. А что ты расселся, я не могу понять. Ну, пусть посиди. Смотри, ребенка сбагрил, ножки сложил, в кресло уселся. А я договорился, я теперь по выходным торговать буду. Угу. А что, работа хорошая, сидишь, просто смотришь на людей. Приходят, себя уходят, показываю. Приходят, уходят, да. Себя показываю. Курить начну, в конце концов, трубку. Ты только видел, бросил, Сережа. Да ладно, бросил, так бросил уже, ешкин ты кот. Пепельница удивительная, ты а понимаешь? Ну, это для сигарет и для трубки. А-а-а. Вот ты трубку куришь, куда ты ее поставишь? Я не курю. Некуда. Сереж. А вот в такую пепельницу есть куда. Так что, ребята, курители трубок может кому-то пригодиться. Короче. Смотри. А вот... Смотри. Какой умывальник? Катя, сфоткай этот умывальник. Давай, Сережа. Какой? А вот говори. Сейчас. Станешь ли ты моей женой? Не стану. Не вздумай. Чмяк. Это что, на три пальца сразу одевать? Катюня. Это салфеточку на стол сервировать. Ты, а я думаю, что за вот это вот... Что, у кого это сосиски больше, чем у моей, елки-палки? Ты что? Ай-яй-яй. Это сюда? О, а ты это видела? Я тебе вот это хотела показать, конечно. Тебе это... А я бы хотела такой. Не, ну это вот для... Он же, слышишь, еще открывается, там же можно... Ёшкинку. Вот ну да. Так вот тебе глазок на улице, сюда. Ну смотри, какая красота. Тут сливается. А? Все. Сейчас Львов делает тоже такие. Да? Итальянские. Молодцы. Львов итальянский уже звучит. Итальянцы? Красавцы. Так. А что, почем это? Ой, я не знаю, сколько он стоит. Я понял вас. Пусть полежит. Это сейчас человек придет, он забирает. А, уже забирает? Да. Короче, да. А ты же видишь, что его спрятали. Да, он же не на виду, его спрятали. Это под заказ, да. А я уже думала, а что ты, я? Ну закажи, короче, дай я сейчас скажу главную фразу. Не, вы дополняете, все нормально. А что, вы меня тоже сфоткали? А что нет? Во весь рост. Во весь рост. Что это? Катя, оставь, не трогай. Пусть она лежит. Я что хотел сказать? Короче, друзья, кицы души, с хорошим настроением. Для вас сегодня хотел вот такую рынду. Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао. Не, на самом деле, елки-палки, что это? А есть такая болезнь с рындами связанная? Нету? Я не знаю. Ну, я думаю, что есть, наверное. Как это рынданутая болезнь? Я, наверное, где-то ей заразился, не помню когда. Что это такое? Ага. Не, она... Она любит этот звук, правильно? Опа! Опа! А ну, на, дерни. Ну, давай. Свистать всех наверх! Опа! Вот так. А ну еще. Настоящая одесситка, держи. Да, давай. Давай. Опа, опа, молодец. Все, Катюня, сделай красиво, поставь на паузу. Не, на самом деле хорошая. Еще из Титаника. Где такое видно было, что в Одессе из Титаника какие-то запчасти завалялись? Угу. Наверное, одна. Фу, ну и жара сегодня. Елки ты палки. Оператор. А ты видишь, какая тень? Слышишь? Обалдеть. Аж прохладно стало. Ты что за дерево? А, это катальпа. Катюня, что это за виноград? Ты бачишь? Обалдеть.
Я такого... Вы не видел, какие грозди у нее? Я знал, что дерево есть, а чтобы оно цвело такими этими. Не видал. А как прохладненько под ним, а? Посмотри, какие листки. Так как прохладненько, ты чувствуешь? Обалдеть, красота. Вот это что, оно? Да. Нет. Ну как нет? Оно? Ну конечно, это отросток. Выкапывай. Посадим дома на участке. Да успокойся, какой там не выкопаешь, посмотри, какой корень. А он, нет, мне кажется, что он от это корня, корень, да, вот росток, такой, да, маленькая почечка и выросла вот такая красота. Ты что, сынок догоняет маму. Так ты посмотри куда, аж на ту сторону улицы ветки идут. Ага, а посмотри как красиво, иди сюда. Вот так вот раздвигаешь веточки, а там тебе Одесса во всей красе, смотри. Люди идут, мадам с зонтиком. Старенькие дворики, подметают дворники, чтоб сияла улица моя. Улица, улица, улица родная, мясоедовская, милая моя. Ча-ча-ча. И мостовая. Ребята, счастье в каждом мгновении, в каждом, не знаю, там, в дуновении, ну вот во всем. Не, я, короче, не философ, но говорю от души. Просто балдеж. Вот лично я кайфую. Правильно? И ходить на барахолку зачем-то не надо, потому что вряд ли таки что-то найдешь. А когда ничего не надо, то по-любому что-то случится. Смотри. Катюнька, тебе надо это зарисовать. Хорошо. Старенький дом, новые окна. И хорошее дерево. Погнали. Не, ну чемодан зачетный. Миланя, на свадьбу твоему мужу подарю. Когда я был как мальчик юн, я за Одессу вспоминал, жуя омара в кабаре, я это танго услыхал. Ах, это танго, в нем шелест губы слагать манго. И брань монгольских рыбаков. О! А что, партия, да? Суслики сидят. А, ох ты что? Что, тоже в хорошие руки? Такие глющие. Может, они просто воздухом дышат? А котята? Дышат? Котята те рыжие, ага. К деньгам красивые. Вот. Ты что? Я не помню, где мы машину оставили, тебе? Сереж. Да тебе и не надо. Да? Ну ладно. Идем, здесь недалеко. Как скажешь. Налево? Прямо. Оп. Прямо. Ах, прямо. Что ты мурлычешь, моя принцесса? Хава, нагила, хава, нагила. Что ты говоришь? Думала, может, ты что-то приглядел для меня. Да не меня не трогай, я песни пою все время. Нагила вырез мне, хава вырмина, хава вырмина, хава. О! О! Ты видишь? Ну, такого, как у нас, нету. Это коллекция моя будет. Да. У меня красивый. Слышь, а я придумал, смотри, как у меня там, видишь? Цветы интересные, буряк и яйца. Вот так вот открываешь его, и дома себе такую картину маслом делаешь. Просто, вот чтоб стояло и красиво. И картошки вокруг. Тихо, оп, стоит. Да я держу все хорошо. Чуть коляску не уронил. Тю ты, чемодан мой поймал. Идем, перепуганная, все нормально. Здрасте, здрасте. Миланька. Здравствуйте. Здрасте. Оператор, догоняй, давай, идешь со мной. Как будто бы ты чужая, идем. Я засмотрелась. О, здрасте. Здравствуйте. Чемодан. А вы со шлемом? А я со шлемом. Меняемся? Нет. Ёлки-палки, ты что? Не, ну если моему чемодану приделать колеса, то тогда пригодится ваш шлем. Да. Сел и поехал. Всего хорошего дня. Вот этот чемодан, вам не надо? Чего ты, ёлки-палки? А, красавица. И что тебе купили сегодня? Да ты что? Как называется? Гекон, дайкон, что это? Эублифар. А, вообще ни то, ни другое. Ну это геконом, это не очень гекон. Красивый. И как назвала? Аська. Ты что? Ой, боже мой, сейчас упаду. А чего ты? Не знаю. А чем ты его кормить будешь? Сверчками. Сверчками? Да.
Все. А, уже и сверчков купила? Или наловила? Только нет. Не, да-да-да, дома покормишь. Ой, боже мой. Какая ты молодец. Боже мой, Катюня, как это дома все можно иметь. Ты что? Я тебе говорил, идем туда, там где животное, а ты на барахолку. Нет, все. И змея еще есть? Нет, яблочко кину, да их пока покормили. Ты маленькая Маугли, молочага. Давай, справжняя украиночка. Давай. Гарного дня. Катюня? Да. Ребята, поддержите в комментариях. Ну, я давно уже напрашиваюсь, но вот туда, там, где животных продают. Ну, может, сверчка кого-то тебе куплю. Чего ты? Напишите ей, чтобы она меня не гоняла по этим канделябрам. Идем по чему-нибудь живому сходим. Я за. Попугая еще одного? Хорошо, купим еще одного я попугая. Я же тебе говорила, чтобы Яше не было так скучно. Чего бы нет? Все равно он не разговаривает. А так бы они сели бы там, друг другу вошек бы перебирали, там перышки чистили, понимаешь? Ну, чтобы воши перебирать, их надо иметь. У нашего нету ничего, поэтому... Так мы возьмем с овшами. Поэтому наш только может яйца себе теребить, и все. Сережа. Все, поехали за Маратом котенка забирать. Шел, вернули. Что случилось? Фотка. Как это? Лена, не помню. Эх ты, сделай еще раз фотографию, оператор. Давай, только да. Я тебе с чемоданом. Что? Давай сюда. Лена. Чемодан подарком. Согласен. Лена, на свой, а потом это вот. Солнце. Нормально, солнце сбоку, хорошо. Куда улыбаться? На Леночку, да? На Ленах, давай. Сразу в Америку, на всю Америку улыбаемся. Лена, нормально? Главное, чтобы нормально. Все, порядок. На чемодане? Все? Сергей. Шикардос. Сережа, спасибо. Спасибо и вам огромное. До свидания. Все будет. Звоните еще сделаем. Ну, Катенька, гай, пойдем. Миланя в шоке. Что ты смеешься? Я уже с тобой запутался, куда идти, елки-палки. Я тебе штанишки подбираю просто. Мне? Хорошо. Если ты мне штанишки подбираешь, так я тебя в гости приглашу на тот балкон. Со мной. По бокалу шампанского выпить. Ляпи, до свидания. А тут надо не забыть люк тебе открыть, чтобы ты дальше туда ехала. Ага. Ох ты, оператор. Ага. Ну ладно. Идем. Пойдем. Слушай, не, Илон Маск нервно курит, елки-палки. Все, можешь не напрягаться. Как-то не очень уверенно стоит этот цветочек, ты знаешь. Машина времени придумана. Так что здесь есть вариант прямо сразу же по голове. Катюня, он там пустил корни уже очень давно, не переживай. Что? Я считаю, что ты должен теперь всегда по барахолке с этим чемоданом гулять. И только с полным выходить. Слушай, а надо было у твоего хозяина красивых самоваров то купить. Блин, мне так понравилось. Как оно называется? Пенсне? Я очень сожалею, что мы не купили. А пенсне, оно в принципе называется то, что ты держишь очко руками? Просто красивая штучка. А то, что цепляется вот сюда, вот так вот, тоже пенсне? Я не знаю, у меня нету. Надо выяснить, кстати.